Конец мая для сочинских грузин – это время собрать всю общину и пригласить друзей. В рамках фестиваля «Дружбы народов. Две культуры. Одна вера» продемонстрировать свои обычаи и культуру имеют возможность все нацобъединения курорта. Ведь цель мероприятия – укрепить дружбу между жителями Сочи и объединить усилия по поддержанию согласия и мира в городе-курорте. И вот Россия, матушка, нам, своим сынам, мы же сыны и дочери России. Она нас приветствует здесь и дает право на самобытность, на нашу культуру. И это потому, что администрация к нам относится с уважением, с доверием и знает, что мы патриоты России. И от нас только будет исходить добро и любовь. За вклад в дело межнационального единства и пример патриотического отношения к Сочи глава города Анатолий Пахомов наградил членов культурного центра «Иверия» знаком признания и почет сочинцев. Мы любим друг друга, мы уважаем друг друга, и мы все вместе сочинцы. И мы все будем делать, чтобы наше поколение всегда знало свой язык, свою историю, свою культуру и гордилась этим. Мне очень приятно, что сегодня грузины Сочи не только поддерживают и развивают свою историю, культуру, традиции, обычаи, язык, но и в очередной раз напоминают нам о том, что православная вера является основным объединяющим фактором большинства народов, которые издавна проживают на нашей территории. А пока мы едины, мы непобедимы. Свою самобытность грузины по традиции проявили многоголосием и зажигательными танцами. Инга Габеша, телекомпания ФКТ.